И Всем привет, всем буквально утра. небольшой поворотик Добрались идет, до речки. небольшой поворотик. Снова приехали на рыбалку. И как бы под корневище уходит вода. Компания та же. Андрей Тарасов не поехал. Серега Морозов, Эдуард Анатольевич Кондаков. Как там? Как там меня снять-то? Сергей Игоревич. Сергей Игоревич Каюрин. Ну и что? И вот, под корневище уходит. С утра уже байки рыболовные. И поперек такая эта веточка торчит. И забрасывать неудобно под это корневище, и все. А Андрюха вот выше меня перекат прорыбачивает. Я его обошел, только спустился. Приехали немножко рановато. Дорога опять ушатали, вывозят лес. Вот она реченька. Здравствуй, реченька. Вот она, красавица. Бежит себе. Большевато, конечно, опять вода. Время 10 часов 10 минут. Эдик, покажи-ка свою рыбку. Он будет чистить, у него надрал хорезей-то. Короче, читер есть читер. Обманул сегодня всех. Вылавливает прямо из-под носа. О! Нифига себе, ну-ка. Ва, так вылей. Так чистить надо мне, чтобы эта вода, чтобы чё? Обмыть потом рыбку, чтобы. Обмоем вечером. Не, ну это понятно. Белки должна быть чистая, без крови. В общем, как-то. Речка классная, вода была с утра нормальная. Кто-то одна Нива проехала. Проехали? Одна Нива проехала, вторая какая-то машина проехала. Потом чуть ли не лесовоз проехал и началось. Сплошная брага, и сразу поклевки прекратились. Пробовать. Решили развести костер, это. Попробовать переждать эту всю баламуть. Ой. А начиналось все хорошо, буквально на втором-третьем повороте поклевки были. И рыбки были, не то что поклевки. Практически не едим, просто чайку решили скипятить. Пацаны, пацаны чистят рыбку. Мало очень рыбки, но блин, классная рыбка. Жирдячая. А ей корка есть? Есть. Одна только? Да. Ну-ка, Эдик. О, 200 грамм. Вот и корка. Где? Сегодня последнюю корку доел. Крупная? Да, конечно, мелко. Он уже нагулял уже на осень. Так что вот. Вот. У меня после этого и потом началось. Время полтретьего. Вода. Чуть-чуть. Она не такая коричневая стала, заметь. Она стрёмная, как бусы. Вон, смотри. Вот смотри, зайти. Травин, не, вон эти вот, видишь? Их видно уже пол. Да. Вот, вот такого водопадика остановились. Вот. Такие крокодильчики. 380 грамм самый крупный. Но это все единичный экземпляр у всех, это капец. Вывалил Эдик рыбку, все. А? Вот. Сейчас дочищаем рыбку. Вот я вступил в говно. В человеческое причем. Вообще здорово. Вообще здорово. Надо. Не, ну надо же вот насрать. Вот ну что за люди? Прямо на дороге и на тропе, вот где ходят свиньи, а? Ну смотри, как вот так. Твою дивизию, блядь. Сейчас чистим. Ну а запах какой пошел. Сейчас. Но это не от хариуса, я надеюсь. Сейчас поедем. Надеюсь, пойдем пешочком. Придем. Переедем на нашу стоянку и будет у нас шикарный вечер. Идем 38 минут. Темнеет на глазах. Нога заболела у меня.
вся гора Иван-чая. Время что, Сергей, 7:30? Без 28. Сварганили костерок, палатка стоит. Сегодня у нас казус произошел. Ехали-ехали по лесовозным колеям, почувствовали удар. Оказалось, загнали палку, пробили днище в дниве. Теперь палка у меня между педалей газа и педалью тормоза торчит в салоне. Завтра буду выбивать ее кувалдой. Ведька строчит. Салатик у нас. Помидорчики. Помидорчики. Пивка по баночке выпили. Вот какие помидорчики. Какие? Желтенькие. Отлично. Пивка выпили. Ушица уже варится. А, кстати, я же посмотрел. Едет у нас лошка. Да? Ну, в смысле, посмотрели фундамент. Все доброе, нижний. Смотрите, венец, какой у нас пятиграничек сегодня. Или мы напилили, будет всю ночь гореть. Николаевич. Александрович, все тебя Николаевичем. Три Николаевич у нас. Анатольевич. Все здесь. И Игоревич. Все классно вообще. Хай. Сколько? Часов 10? Нет, уже мы как бы сегодня сидим. Здесь 11. Вообще, так вообще, дождь, слава богу, кончился. Отдыхаем. Почти что. Отдыхаем по полной. Не знаю, что там на видео снялось. О, класс.